Здравствуйте. Ну, говорите, почему нельзя? А почему можно? Там стоянка разрешенная. А где знак, разрешающий стоянку? На машине сюда нельзя, вы только что, пешком. Вы что, магазина, что ли, или кто вы? Нет. А кто вы? Я житель города Санкт-Петербург. Меня зовут Владимир. Какой? Добрый вечер, дамы. Общественное движение «Стопхам СПБ». На тротуар пытаетесь заехать. Нет, здесь нету парковки. Это вот она виновата, представляете? Нет, здесь нету парковки уже давно. Она стерта. Не слушайте ее, вы же водитель, вы же должны знать по определению. Какое расстояние, братан? Это клетка. Просто как к сезону подъехать, я в... Паркуется я, конечно, сам вдоль... движухой, там еще 2000, по-моему, в 18-м этих хуй занимался. Здесь всю дорогу живут, все заезжают, нормально. Здесь вроде нету заезда даже. Почему? Вон заезд, раз, блядь, там... Ну хорошо, два, чем у нас в тротуаре отличается? Тротуар, для чего предназначен? Не, ну тротуар, я могу это все объяснить, я это все прекрасно понимаю. Я же сам говорю, я в 18-м году сам вот этой хуй занимался еще на Светлановской. И так получается, то, что сейчас вы на скорости здесь, заехали, вот здесь, да? Ну да, да. Вот здесь просто вы стопудово этой хуйни не добьетесь, это 100%. А, смотри, сюда приезжают сотрудники ГИБДД, которые эвакуируют вот, автомобили. Вот, которые на Солярисе ездят, я их лично рот ебал. Они сюда приедут, нахуй едут. Отвечаю, вот прямо сейчас приедут, я их нахуй пошлю, они уедут отсюда. Ну тогда можешь смело их дождаться. Ну спокойно, можно прямо сейчас. Ну только мы оформим наклейки. Так а что я без машины нахуй снимаюсь? Тетя. Стоит и делает нахуй, да? Я, конечно, это, ну, не по понятию, но в круг не плюют. Там с интеллектом плохо. Что проблема? Проблема в том, что вы на тротуар заехали. Вот человек. Вы уберите, пожалуйста, свой микрофончик, да? Не уберу. Ну, возьмите, уберите. И что? Ничего, кстати, меньше. И что? Это вам не дает права ездить по тротуару. Вы правила дорожного движения читали? Это вам не дает права ездить вы по тротуару. Вы правила дорожного движения читали? Вот откройте, пожалуйста, и почитайте. Откройте три группы, понятно, да? Неплохое состояние здоровья. Дадите, пожалуйста. Нет. Наклейку. Ладно. Девушка, покидайся. Пошел. Дочь-то мне не пристает. Расстояние держите. Пошел отсюда. Расстояние держите. Вам было сказано то, что здесь тротуар, вы начали направо давить. И вам всего хорошего. Будете так выражаться, еще получится. Чего? Чего? Еще раз, будете выражаться нецензурно, получите еще одну наклейку. То, что у вас удостоверение инвалида, ибо еще что-то, это вам не дает права нарушать. Читайте правила дорожного движения, молодой человек, а паркуйся там, где расстояние положено. Иди отсюда, понял? Расстояние. Я? Зачем человек попадается? Ну? Зачем человек попадается? У меня плохое состояние здоровья. И что? Я вижу баланку, она у вас плохой, бросайте на людей. Еще раз сказал, правила читайте дорожного движения. Читайте правила дорожного движения. Там четко написано. Тротуар, элемент дороги, предназначен движение пешехода. Еще раз повторяю, там есть исключение. Исключение составляют аварийные, коммунальные службы, грузы, машины, которые подвозят грузы к торговым коммерческим объектам. Имеются тоже. Нет. Да? Нет. Читайте, уважаемые. Читайте. 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 Не надо бросаться. Еще раз сказать, читайте. 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 Давайте. Ну, давайте вам. Что хотите? Вы что-то хотите? То, бросайтесь что-то на людей. Да? Да. Машину надо сделать. Сделайте. Я гуляю на тротуаре в любом месте. А я стою, как я хочу. Стойте. Нет, не стоите здоровье. Я вижу, баланка у нас плохая. Полицию вызовите? Уже вызвали. Вызовите. Вызвали уже. Мы с ним пообщаемся. Приеду, пообщаетесь, да. Все, машинку покиньте пока. Не, не собираюсь. Покидайте. Вот полицейский приедет, я с ним буду покидайте. Сделать. Еще раз. Сейчас у вас будет второй стикер на лобовом. А лучше поможете. Попробуйте. Посмотрим. Попробуйте. Посмотрим. Добрый вечер. Общественное движение «Стопхам СПБ». На тротуар пытаетесь заехать? На парковку хочу. Делать. Нету здесь парковки. А где есть парковка? Надо поискать. Это уже проблема водителя, а не пешехода. Да. Хорошо. Конечно, нету проезда. Потому что здесь тротуар. Слушай, здесь всю жизнь машины стояли. 40 лет. Их эвакуируют отсюда. Кто эвакуирует? Сотрудники ГИБДД. Тут всегда приезжали в универсамы. Погрузка, разгрузка только. А так у нас нету. Тут как универсам. Я верю. Да, 40. Я просто местный как бы знаю. Какой?
А какую? А что вы тут стоите? Какая вам нужна официально? Или вы какой-то стоп-хам, я так понимаю, вы да? Вы стоите здесь как-то? А мы не имеем права стоять на тротуаре? А машины? Это машины стоп-хам, не имеют. Они вам табличку повесят. Да? Потом в Ютубе выложат. Супер. Ну, вот людям делают. Где-то прокатываются. Заняться нечем, да, вот занимаются хоть этим. Вы же по среди бы занимались. Занимаюсь, не поверите. Да. Ладно, отойдите, пожалуйста. То... Лучше назад, знаете, спокойненько. Дойдет машина, сказал. А то мне сейчас нога сорвется. Я же говорю, у меня вторая группа инвалидности. Он не отойдет. Мне адрес нужно посмотреть. Подожди, уважаемый. Вот, ну возьмите, отъедьте назад, припаркуйтесь по правилам, сходите, сейчас, посмотрите. Сейчас посмотрим. Вы тротуар перекрыли. Люди должны вас обходить. Ждем сотрудников полиции. Люди должны вас обходить. Я не... Вторую наклейку готовим. Ну, сейчас попробуем. Сейчас при сотрудники полиции будем разговаривать. Попробуй прессовый галончик применить. Попробуй применить спрессовый баллончик. Посмотрим, что с тобой будет. Нападать, применим. Я еще раз сказал, посмотрим, что с вами будет. Да, конечно. Таких, как вы, боятся. Да, я еще раз говорю, таких, как я, столько, знаешь, да, много. Ну да, которым начхать там всем. Мне не начхать, молодой человек, я 20 лет воевал за свой народ. У меня два ранения, понял, да? Ты салага еще нахуй передо мной. И что? Понял, вы да? Выражайтесь, нормально. Еще раз сказал, ты салага передо мной. Нормально, выражайтесь. Еще раз говорю, ты пучком под стол, понял, как я под пулями защищал свою родину. И что? Ничего. И что? Ничего. Машину с тротуара убирайте. Я сказал, пока не придется. Я еще раз говорю, машину с тротуара. Вот такой. Сейчас будет второй стикер на лобовом. Ну, посмотрим. Подойдись. Еще сказал, не сюда. Попробуй, попробуй. Уже наклеил. Попробуй, сейчас бегаю. Саша, сходи еще. Ты о чем вы снимаете? Мы? Да. Как вам? Люди катаются на машинах по тротуару. Сейчас будут бегать. Вот видите там тротуар? Видите его ширина? И сравните здесь. Сравните там. Убери, убери. Убери. Вот вы, нет, вы просто логически, вот люди здесь для чего приезжают? Сюда пешком приходят. Нет, сюда, вот сюда, для чего? В магазин идут. Да, пешком идут, все верно. Совершенно идут. Верно, машину здесь поставил, а теперь людям куда идти? Нельзя здесь ставить машину. Так вы знак это покажите. Как бы назло людям делаете. Вы знак покажите, вы покажите, что можно. Правила читайте. Там читайте правила. И что да, там написано? Что? Ширина тротуара какова? У нас никак она не регламентируется правилами дорожного движения тротуара. Почему? Строительными нормами она регламентируется. Причем здесь строительные вон, нормы вон, и видите, правила видите, дорожного видите движения. И здесь. У нас Дворцовая площадь какой ширины? У тебя родители есть? Есть у меня родители. И что ты хочешь сказать? Уходит. Да ладно. Серьезно. Вы кого представляете? Пешеходов. Вы просто свободны. Да не надо, кто вам заплатил, ребята? 30 лет здесь была парковка. Понимаете, у вас в помине еще не было. Давай. Спроси любого аборигена, кто здесь живет. Вот тротуар, ширина тротуара, видите? Да. И сравните здесь. И что? Да ничего, просто по строительным нормам, которые здесь градозастройки. Ну, строительные нормы, а правила дорожного движения. Вот понимаете, так в том-то и дело. А для чего тогда вы сюда пришли? Чтобы машины не ездили по тротуару. Девушка, уберите свою камеру. Я вам русским языком говорю. Вот только попробуйте еще персовым полочкой меня пихнуть. И тогда у вас статья точно Уголовного кодекса нет, светит. Уголовную не светит. Светит, светит, уважаемые. Очень дорого будет светить. Вы даже не представляете. Не я будет. Вас посажу. Я вам гарантирую. Вы станете сажать. Посмотрите. Не первый год это слышал. Еще раз говорю, посмотрим. Не угрожали. Персовым газом угрожали. Настя, здравствуйте. Никто ему угрожал. Это мы никто, он угрожал. Понятно. Документы важны? Документы важны? Если он будет нападать, то мы будем вынуждены применить перцовый баллон. Рапорщик полиции, кстати, Максим Владимирович. От нас что, паспорт водительский подойдет? Да, вполне. Пожалуйста. Данные ваши запишу. Пожалуйста. Лишь, подойди. Не нужно ваше удостоверение. Удостоверяющий лишь либо паспорт, либо права. Паспорт у меня с собой нет. Хотя бы водительское такое. Водительское удостоверение тоже с собой нет. Не нужно ваше ничего. Еще раз говорю, это не документы. Вот не еще раз говорю, пойдемте в отдел полиции, и там будем разбираться. С сотрудниками ГАИ за нарушение правил дорожного движения. Мы пока постоим здесь. Ну подожди. Уберите, молодой человек, свою камеру. Уберите, пожалуйста. Да? Уберите. Уберите этого общественника. Мы будем разбираться с сотрубниками полиции. На каком основании вам что-то не нравится? Это ваши личные трудности. Эти товарищи совершили противоправные действия. Не дают разворачиваться. Кидаются на капот. Деньги вымогали, наверное, не знаю. Будут вымогать.
Такое мы слышим впервые. Да, ну так вы знаете, вы, человек разворачивается, пытается отъехать, вы не даете. Сдает назад, вы не даете. Почему вам не давали? Вы даете вперед проехать, здесь машина стояла, вы не даете проехать. Что? Мы вам давали. Ну мы потом запись посмотрим, елки-палки, позатребуем вашу запись, которая. И посмотрим. Мы это предоставим свою видеозапись. Ну отлично. Только вам ее смотреть никто не даст. Ездить здесь просто недопустимо. И то, что у меня лично тоже машина, но я уважаю других людей и совершенно поддерживаю. Потому что мы вот здесь идем, и прям вот бампером, вот такого плана люди, они просто вот взад просто. Я вот, прекрасно понимаю. Просто обновление. Если человек не может ходить пешком, то это его проблема. Потому что он везде на машине, уже скоро в подъезд будет приезжать. Ваш автомобиль? А я машина. Нарушение понятно. А вы знаете, я не успел даже припарковаться. Ну, вы уже на тротуаре. Ну, вот я разворачивался. Вот я заехал. Заехал. Вот так вот. Мужчина заехал. Ну, разворачивался. Уже сейчас стояли машины. На тротуаре находится. А я здесь поставил, потому что меня, как, они не дали выезжать. Наряд ППС? Нет, наряд ППС я вызвал. Сотрудника полиции вызвал я. Так, ну, давайте, значит, водительские свидетельства. Ну, поехали в отдел полиции. А зачем? Ну, тоже там будут писать заявление, товарищи. Вот. Они у меня вас ссылают, вот они. Не, я только за нарушение выпишу, а в отдел полиции вы можете выставить, не расследовать даже. Вот никто не держит. Да? Держите, это расследование говорит вторая группа. Я вам даю удостоверение, даю, говорит вторая группа. Нет, я вам сказал, водительские свидетельства. Даю свидетельство и водительское. Я так полагаю, вам же предложили, наверное? Нет, мне не успели ничего предложить. Вопрос банально вот. Простой. Они легли на капот. Не дали выехать. Водительский свидетель, доставайте. Понимаете? Обратил внимание, у него срезанный уголок на водительском удостоверении. Наверняка какой-то знак. Товарищ старший лейтенант. Да. Я думаю, как бы он сказал, давайте я вам объясню. Заехал вот я сюда. Нет нарушения, понятно. А так он же наезд совершил. После наезда он получил наклейку. Филипп, вот на человека, вот здесь совершил наезд. Получил вам, наклейку. Вам оформить надо ДТП. Да. Я ребят, вы что творите-то, а? Вы что за беспредел-то творите? Вы что за беспредел-то творите? Ну камеры же есть, все будет показано. Ну вот. Все будет показано. У нас нет уважения, взаимоуважения. То есть мы знаете, чтобы появилось это взаимоуважение, это надо время, это надо объясняться да, людям. Да, я согласна. Мы это и пытаемся это сделать. Но я Путин. Объясняю во всяком случае Путин своему сыну. Это какой беспредел? Давайте с вами пообщаемся. Вот посмотрите. Ну вот, посмотрите. Чем мешал здесь стоянка автомобиля? У меня два раза эвакуировали. Вы по стоянке, да? Да, конечно. Это все против Путина. Смотрите, чем здесь мешали машины? Это есть сбор денег и пополнение бюджета Санкт-Петербурга. Зачем это делают? Но это же не мы делаем. Это правильно? Для обострения обстановки все. Это вот... дестабилизация. Вы не кричите, мы спокойно же разговариваем. Да ладно. Людей сбивают, фиг знает где. И на пешеходе, и возле дома, и везде. Ну... Везде сбивают, но тротуар-то все-таки... Ну не может быть пешеходный ну, как переход. Может быть, тротуар может быть метров. Спокойно. Да, ну... У нас нету определения, смотри, сколько он должен быть. Это глупости. Давайте, удачи вам. Ну, все это говно делать. Ангажируйте дальше. С вас объяснение. Сегодняшняя дата, время текущее, заполнение. Здесь начинаете, здесь свои данные заполняете. Я такой, сегодня такого числа, во столько-то времени здесь находился. Можете описать ситуацию, как бы все остальное. Как все произошло. Спачкал кофту. Такую-то, такую-то, оцениваю свой материальный ущерб, там, такую-то сумму, готов предоставить по запросу ГИБДД чеки и да, после, да, химчистки, все остальное. Дальше, свидетели, если есть, указали какие, про пострадавших мы вот указали, что их нету, но пострадали ваши вещи. Со схемой ДТП согласен, при оформлении присутствовал, претензии ко мне имею, не имею, написано мною собственноручно, заключительно ваша фраза объяснений. На днях состоялось заседание мирового суда Приморского района, результатом которого водитель автомобиля Ford Mondeo, который сбил нашего активиста на тротуаре и прокатил его на капоте, лишен права управления транспортным средством сроком на один год.